Здесь в Москве уже за 800. Мы, поверь, не застанемся с ней. На проспекте пройдется весна, озорные набьянут грачи, и столица опять не до сна. С днем рождения моей, москвичи! Москва, своя лошала, Москва, слави ухвала, Москва, позорный дважды краснознаменные дорогие сослуживцы, счастья вам, здоровья и успехов в нелегком ратном труде. До свидания. Сказал один известный философ. Только нас тут уцелело в лихом разведзводе. Третий дозор, даже ветер на склон затих. Уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, что мы имели, что отдали. Надежды наши и печали, гору живут остых людей. Биографии наши полуслужены строк. Танцовые птицы, сейчас они в моде, только разве подвластен науке Москву. Уходим от Бога, уходим, уходим, прощайте, горы вам видней. И мы видим, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. Когда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь, ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь, ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. Что нас ждут на праздник хлеба. Время проведения 30 ноября 2000 года. Елена Григорьевна Маркарьян и ее малыши 3-й Г-класс приготовили великолепное действо, настоящую оду в честь хлеба. Литературно-художественная композиция, музыкальные номера вызвали целую бурю чувств у зрителей. Кое-кто даже смахнул тайком слезинку с глаз. Yeah.
Лена Григорьевна, как виновник торжества, скажите, пожалуйста, несколько слов по этому поводу. Ну, моя цель провести вот такое мероприятие «Хлеб» как литературно-музыкальная композиция, «Хлеб» является как нравственность, чтобы с детства дети знали о том, что сколько трудов, сколько труда приносят людям для того, чтобы вот наш хлебушек пришел на стол. И я стараюсь прививать детям то, чтобы, ну, во-первых, это любовь к труду, человеческого труда, что труд первостепенно имеет значение, и о чуде земли, которая именно нам земля, российская земля, вот именно где столько много сил придает вот этому значению, и любовь к хлебу, чтобы вы ценили, берегли долг каждого человека. А в детских глазах был блеск от осознания причастности к столь серьезному делу, ведь они не просто заучили все эти строчки, они прочувствовали каждой своей клеточкой. Мальчики, девочки, расскажите мне, какую дорогу делает хлеб от из поля до нашего стола? Вы знаете об этом? Давайте, кто готов? Ну, сначала собирают пшеницу, это большой труд. Потом мелят ее на мельнице, а потом, как на фабрику отвозят, и превращают в муку. А потом отвозят в пекарню, где хлеб пекут, и пекут хлеб, потом он получается как вкусным, и его доносят до нашего стола. Хлеб сладкий? Нет, он вкусный просто, но не сладкий. Похоже, что их первая учительница стала таковой, как продуктов для стола, елочных украшениях и о себе любимых. Каждая минута уходящего года дорога нам. Ни на кого нет времени. Остановитесь и подумайте, есть те, кто в нас нуждаются. К обездоленным никто не приведет Новый год, кроме нас с вами. Зоя Шабаевна, пожалуйста, несколько слов о готовящейся акции предновогодней. Ну, вы, наверное, в курсе, мы все живем, в общем-то, сейчас в преддверии двух великих праздников. Завтра это у нас и Иди Рамазон, и в преддверии Нового года. И пользуясь моментом, и пользуясь, зная, что у нас в республике проводится президентская акция помощи детским донорам, малоимущим, мы тоже подхватили эту акцию. Причем мы хотим сказать, что у нас уже в школу входит это все в традицию. Это уже практикуется четвертый год. В общем-то, шествуем мы над, который находится в Чербоге. И вот сейчас вот этой всей огромной делегацией мы едем в детский дом, привезем туда свои, значит, подарочки и небольшую такую концертную программу. И сразу, пользуясь моментом, хочу сказать, что в рамках этой акции президентской по оказанию помощи детским домам и немало вносит свою, в общем-то, лепту дивизия. Я в курсе, что 28 числа, 28 декабря огромная делегация летит и в Рагун, и в Куляб тоже по оказанию помощи детским домам. Пользуясь моментом, разрешите, пожалуйста, от всего педагогического коллектива, от учащихся средней школы номер 6 поздравить всех с праздником Иди Рамазон, преддверием Нового года пожелать всего-всего самого доброго. Пусть наши все мечты сбываются, и чтобы у нас было спокойствие, женщинам огромного терпения, любви. И, естественно, чтобы в каждом доме всегда находилась радость и вот такие прекрасные детки, как у нас в средней школе номер 6. Мы вас все поздравляем, мы вас всех очень любим. И, пользуясь еще раз моментом, всех с Новым годом! Из Душанбинского детского дома инвалидов Чурбог. Чему воспитанники этого дома радовались больше? ...26 октября дети школы соединения устроили праздник водителям школьных автобусов. Зачем все это, спросите? Ответ на этот вопрос есть у организатора праздника. У детей воспитывается чувство доброты, чувство заботы и внимания к тем, с кем они непосредственно находятся в постоянной ежедневной близости. Море цветов подарили своим водителям ученики 4 класса со своим классным руководителем Маркарьян. Thank you.
чаепитие, торты, булочки, пирожки и другие сладости. Праздник, что это праздник многих людей. Каждый из них вложил частичку своей души в общее дело. Дело формирования будущего наших детей. 5 лет, это так мало. Но за эти 5 лет, вы посмотрите, как мы все поздравляем, и все вам очень-очень рады. За 5 лет существо увеличился вдвое. Это ли не показатель престижности нашей школы? О высоком авторитете школы соединения в столице Республики Таджикистан говорит и список гостей, которые пришли поздравить юбиляров. Среди них представитель посольства России в Республике Таджикистан Андреем Смысле, ну и подкрепляется